Всем привет, вы снова на моем канале, с вами Дмитрий Михайлов. Установили печку Castor Saga 20 с панорамным стеклом. Сейчас мы произведем ее первый запуск, видите, какое у нее горение. Ну и наблюдайте, любуйтесь, потому что из остальных печей это, наверное, по моему мнению, это одна из самых лучших. Все, смотрим. Даже холодный этот дымоход. Еще рано о чем-то говорить. Прошло буквально 10 минут, стекло начало отпотевать. И все, это печки, есть большое преимущество, у нее выносной канал. Регулируемые. Все, подписывайтесь на мой канал. С вами был Дмитрий Михайлов. Пока.